Всем привет, я Даша. Мне тут пришла посылочка из интернет-магазина Лабиринт. Вот такая коробчонка. Да, я извиняюсь за солнечный вид, только что из ванной, и волосюшки еще немножечко мокрые. Итак, прежде чем я открою эту посылочку, у меня и ножик наготове. Хочу немножко рассказать о себе. Буквально в двух словах, не пугайтесь. Я чокнутая. Абсолютно на всю голову. Где-то в сентябре-октябре я заказываю подарки сразу на год вперед. Дело в том, что большинство праздников, куда мне нужно что-то дарить, выпадает на зиму. То есть через 3-4 месяца после момента заказа надо уже вручать. И так как я часто заказываю в Алиэкспрессе, в том числе подарки, оттуда идут месяцами товары, поэтому так рано. И вот в этой посылке будет часть книг, которые я брала именно на подарок. И поэтому вы не так скоро их увидите в прочитанных. Понеслась! Когда открываем коробочку, каждая обернута индивидуально в такой целлофан. Ну, Лабиринт давно ведет такую политику. В последнее время стал еще и в коробочке упаковывать. Молодцы! Первое, что я изымаю, это съедобная история человечества. Автор Том Стейндидж. Я обожаю готовить, и я люблю историю, а тут получается два в одном. То есть с самых древних времен он нам тут рассказывает о том, что ел человек, как развивались его пищевые привычки и по каким причинам. Брала читать себе, поэтому долго ждать не придется, прежде чем его увидите в моих отзывах. Далее книга под названием «Гувернантка» Венди Холден. Выглядит вот таким образом. Пахнет, вот вы удивитесь, но я идентифицирую хорошие книги по аромату. Пахнет чудесненько. Ну вот казалось бы, вот все пахнут книги одинаково, потому что в типографии печатаются. А нет, для меня по-разному. Итак, что нам обещает аннотация? Я брала не себе, поэтому не читать можно. К тому моменту, когда мне ее дадут тоже почитать, я уже все забуду. Значит, 1932 год. Молодая учительница приняла приглашение герцога стать гувернанткой. О, это будущая королева Елизавета II. Понятненько, почему я взяла эту книгу на подарок. Блин, скорее бы до нее добраться. Это будет не скоро. Так жаль. Далее, то, ради чего формировался, собственно, этот заказ. Новая книга Бориса Акунина называется «Мир и война». Если честно, когда я впервые увидела эту книгу, я расстроилась. Дело в том, что был такой товарищ, наверное, слышали, Карамзин. Он написал «Историю государства российского», то есть это в нескольких томах, ну, под названием «Понятно, история чего». И вы знаете, что Акунин преследовал похожую цель и назвал свое многотомие «История российского государства». То есть почти точно такое же название, просто два слова переставил местами. Но когда я об этом узнала, мне это показалось интересной придумкой, да и сам Акунин это обыграл в предисловии к первому тому, если мне не изменяет память. И как-то я восприняла это нормально. Но когда я увидела, что книга, посвященная эпохе 1812 года, если меня не включит, секундочку, гляну в аннотацию. Да, 1812 год. Называется «Мир и война». То есть все мы помним, да, «Война и мир». Это уже на меня произвело не очень положительное впечатление, потому что, ну, один раз, ну, ладно, простительно, но когда уже несколько раз имеет манеру автор брать наименование у очень знаменитых классиков и только чуть-чуть переименовывать, это превращается уже в тенденцию, а подобная тенденция меня, извините, конечно, не радует. Также меня очень удивил маленький объем. Во-первых, я люблю объемные книги, во-вторых, я как-то привыкла, что Акунин пишет именно вот такой объем большой. А тут совсем тонюсенько, и впервые я делаю то, что делаю. Смотрю, какой именно тут объем. Ох, 272 страницы. Все. Я пошла плакать. Вернусь после краткого перерыва. Далее я вижу Алексея Иванова.
летоисчисление от Иоанна. Мне неплохо заходят его исторические книги, не посвященные современности, а вот именно такого исторического плана. И когда я увидела название, подумала, что неплохо будет подарить такую книгу на Новый год. Ну, тут есть слово летоисчисление, Новый год. Чувствуете связь. Вот, к сожалению, я не могу вдохнуть аромат. Кстати, сейчас надо будет понюхать Акунина. Прозвучало странно. Потому что она в индивидуальной упаковке. Как бы, так как на подарок, я ее разорвать не могу. Ну ладно, поверим, что здесь что-то стоящее, правда. Тем более, человек, которому буду дарить книгу, тоже нравится произведение Иванова. Исторически. Так, понюхай Акунина. Мне не нравится аромат. Эх. Далее. М. Дж. Форд. «Возьми меня за руку». Тоже на подарок. Обложка здесь, к сожалению, мягкая. Упс. Как-то вот надо было мне обратить на это внимание, когда я делала заказ. На обложке клоун. Сразу вспоминается оно Кинга. Ну-ка бухнем. Удивительно. Впервые я по аромату не могу идентифицировать качество книги. Она пахнет нейтрально. Странненько. Ну ладно. Взглянем на слог. Эй, крикнула она, но окно уже поднималось. Джо быстро перешла улицу, но машина сорвалась с места начала. Вот шепотом выругалась она, запомнив на всякий случай номер авто. Ему 11, детектив, сказал мистер Макдонах, когда в таком возрасте есть враги, они обычно вас не похищают. Женщина кивнула, да. Тут ее взгляд остановился на фермане, и она прикрыла ладонью горло. Боже мой, вы нашли его? Вроде неплохо, хотя немножечко наигранным выглядит стиль. Но мы будем надеяться, что это не во всей книге так. Ну, ладненько. Будем надеяться на лучшее тоже. Прям полна посылка сюрпризов и ожиданий. И последняя книга, но не последний товар из этой коробочки. Вы читали «Женщины Лазаря»? Совершенно шикарная книга. Если не читали, непременно знакомьтесь. И вот у автора того произведения выходит... Автор, кстати, зовут Мария Степнова. Выходит новая книга «Сад». На подарок брала маме. Тем более здесь лошадка на обложке. Она обожает лошадок. Это, конечно, не был решающим фактором. Решающим фактором был автор. Мама очень любит «Женщины Лазаря». Как я. Вот. И тоже не могу оценить аромат страничек, потому что здесь индивидуальная упаковка. Смиримся с этим событием. Что нам говорит аннотация? Середина 19 века. Ура! У князя-княгини Балятинских или Баляхинских рождается поздний и никем не жданный ребенок. Девочка, которая буквально разваливает семью, прежде казавшуюся идеальной. Туся с самого начала не такая, как все. В строгих рамках общества, полного условности, когда любовь в первую очередь принадлежит роду, а не самому себе, ведет себя ненормально. Сама принимает решение, когда родиться, когда заговорить. Когда родиться, интересно. Как вести себя, чем увлекаться, кого любить или ненавидеть. История о том, как трудно быть свободным человеком в несвободном мире. Интересно. И последний товар, который я изымаю из этой коробочки, он совсем незначительный и вряд ли представляет для вас интерес. Сейчас покажу. Самые обычные закладки самоклеящиеся. Вот так вот. Ну, у меня мои закончились, не подходят к своему завершению. Я решила взять. Что захотелось мне канцелярия, я не знаю. Вот. Я, в принципе, попадала там под акцию. Можно было получить в подарок магнитные закладки в стиле лабиринта. Ну, знаете, у них есть вот эти вот значки, блокнотики, закладки. Ну, дело в том, что мне не нравится этот стиль, поэтому кодовое слово, активирующий подарок, я не стала задействовать, потому что, ну, зачем мне оно, то, что не нравится. Вот, на этом все. Надеюсь, вам было интересно, по мне как-то не мимолетно и не занимательно. Ну, ладно. Что вышло, то вышло.
Всем пока, до скорых книг.